Союз был долгим, крепким и счастливым. Любите друг друга и берегите. Свадьба – важное событие в жизни каждого. Если вы решили связать себя узами брака с другим человеком на всю жизнь, хочется, чтобы этот день запомнился надолго. И такая возможность появилась у всех молодоженов Московской области. Впервые в последний день апреля и канун Красной Горки ровно в 12 часов дня влюбленные пары со всего Подмосковья одновременно поженились на 25 выездных площадках региона. Церемонии прошли в парках и скверах, музеях и усадьбах. Теперь брачующиеся могут расписаться не только в самом здании ЗАГС, но и при желании устроить выездную регистрацию в каком-нибудь живописном месте. Для удобства жениха и невесты сотрудники ЗАГС приезжают на церемонию вместе с ними. Бракосочетание, давшее старт свадебному сезону, состоялось и в городском округе Щелково, в старинной и прекрасной усадьбе Гребнева. Поздравил молодых заместитель главы администрации городского округа Щелково Дмитрий Толмачев. Будьте счастливы и ждем от вас крепкую семью с большим количеством детей. Поэтому счастья, здоровья и всего самого доброго. И слова благодарности и поздравления также хочу передать от главы городского округа Щелково Андрея Алексеевича Булгакова. Он просил вам передать поздравительный адрес и вот этот букет цветов. С праздником! Спасибо. Будьте счастливы! Символично еще и то, что именно в этот день, 30 апреля, проходит ежегодная экологическая акция «Лес Победы». Молодожены из Щелково в свой торжественный и важный день также присоединились к акции и посадили на территории усадьбы свое первое фамильное дерево – яблоню. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.